Заниматься бегом Максим Кистанов начал 24 года назад. За это время мужчина успешно представил наш город на различных областных и всероссийских соревнованиях. В июле Максим Кистанов стал победителем марафона «Малый Китеж» в Городце. Туда я поехал просто как для тренировки. Думаю, тренировку пробегу, если сильных ребят не будет. А как оказалось, как всегда, приехали знакомые ребята с Нижнего Новгорода, тоже не слабые, так скажем, соперники, помоложе намного. В этом году в соревнованиях приняло участие более 100 человек. Всем им предстояло пробежать дистанцию 42 километра 200 метров. В этом году трасса была такая, скажем, специфическая. Выбегаешь из города и бежишь по оживленной магистрали, практически нигде полицейских, которые могут тебя отгородить от машин, проезжающих не было, то есть бежишь на свой страх и риск по бровке дороги. Не только сама трасса оказалась сложной, трудностей добавили и погодные условия. На финише спортсменов встречал сильный ветер. Когда уже бежишь на пределе практически, это сильно сказывается, как в стену упираешься. На последних километрах, да, это очень сильно сказывается. Ты бежишь на результат, хочется выиграть, естественно, там какие-то призовые деньги, либо какие-то материальные такие вот призы. В планах Максима Кистанова выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас он готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут 25 августа в Самаре. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.